Всем привет, друзья мои! Не хотел сегодня вам записывать видео, но придется. Потому что посмотрите, какая красота. Настоящий шедевр архитектуры. Я не знаю, кто вообще был скульптором и автором этих шедевров. Но выглядит все, я бы сказал, потрясающе. Забавно и очень-очень мило. Идемте почитаем, что там написано. Идемте вместе со мной. Так, написано. And not. А, написано, что типа не мусорить. Вроде как. А, все, я прочел. Значит, написано, берите мусор, но не ракушки. Забирайте мусор, но не ракушки. Причем слово мусор написано с ошибкой. Поэтому я не сразу понял, что тут написано. Значит, смотрите, здесь у нас замечательные такие конусы, статуи, башенки из камушков. Из камушек. Исправьте меня, я начинаю забывать русский язык. Из камней. Окей, я надеюсь, вы видите это все великолепие. Значит, здесь же слева у нас притаился Тихий океан. Незаметно себе шумит. Слева Тихоокеанское побережье и очень красивый пляж. Чистый и безлюдный. Сейчас тут вообще нет практически никого. Тут всего-навсего 4 человека я наблюдаю. Значит, и то некоторые уходят. Наконец-то я добрался до красивого песчаного пляжа. Потому что я живу на каменном пляже, где можно сломать ноги в воде и на пляже элементарно. И без специальных резиновых тапок там невозможно купаться вообще. Там я был вчера, и там я живу сейчас бесплатно у одного мужика. Мы находимся в Коста-Рике, друзья. Всем привет. Pura vida, как говорят здесь, что в переводе с испанского означает «чистая жизнь». Эта фраза у них заменяет все слова и выражения, то есть привет, пока, спасибо и так далее. Так, на левой стороне, на западной стороне Коста-Рики есть Тихоокеанское побережье, и там такой замечательный полуостров. Если вы посмотрите на карту, вот как раз там я сейчас и нахожусь, то есть тут. Здесь настоящий рай земной, потому что довольно чисто, довольно безопасно, все весьма дорого и очень по-туристически. Вот, здесь у нас есть вот иностранцы. Ходят, сейчас там переодеваются, и не буду их снимать, а то они скучаются. Значит, что еще вам сказать? Здесь есть много животных. Много животных. Обезьяны разные. Пумы, ягуары есть в джунглях. Игуаны просто везде ходят, как у себя дома. И так далее. Ящерицы различные и много-много другого интересного зверя. Так, может быть, вот эту мы сейчас отсюда заснимем. Вот так. Окей. Значит, ну и вот здесь у нас, видите, есть такой маленький один заливчик, запруда, не знаю, как ее назвать, озеро. С гор стекает, значит, с холма стекает речка холодная. Значит, и образовалось такое небольшое озерцо с ледяной водой. С очень холодной. Я еще пока не решился, но буду купаться обязательно вот в ближайшее время. Потому что океан горячий. Сегодня было жарко, больше 30 градусов сегодня. Сейчас около 6 вечера. Уже закат мы пропустили немножко. Почему-то они тут все очень рано и так незаметно проходят. Значит, но обязательно я вам покажу как-нибудь в другой раз. Идем смотреть на лагуну. Вот такая у нас здесь есть лагуна. Здесь очень холодная вода, потому что оттуда, вот оттуда бежит вода с холма. Можно сказать, что с возвышенности. Мужик пошел купаться в шортах. Лохматый бородатый мужик пошел купаться. Другой мужик с собакой прошел через пляж, перешел с палочкой. Ну, такой старый мужик.
Так? И здесь еще трое уже одеваются, собираются и собираются уходить. Сейчас я вам покажу немножко этот, как бы, водопадик. Тут есть такой маленький, маленькие такие ручеечки. Не знаю, вам видно будет или нет. Но поверьте мне на слово, они там есть. Вот там один ручеек. И несколько других. Вот так это все выглядит при ближайшем рассмотрении. Довольно красиво, не правда ли? Вот примерно так это все выглядит. Вода, повторяю, очень холодная. Ну, я надеюсь, что я как-то счастливо и успешно смогу сегодня и сейчас здесь покупаться. Там подруга что-то пытается переодеться, и так, чтобы ее никто не заметил. Специально прикрылась оранжевым полотенцем, чтобы ее никто не видел. На самом видном месте. Так. Друзья мои, впереди много интересного. Как минимум мой заплыв сейчас будет героический, олимпийский. Поэтому не забывайте, пожалуйста, подписаться, нажать на колокольчик, сделать его черного цвета, поставить лайк этому видео, поделиться этим роликом с друзьями и написать какие-нибудь теплые комментарии внизу под этим роликом. Привет всем, кто меня знает лично, привет всем родным. Впереди много интересного, друзья мои, обещаю. Оставайтесь на связи. Горячий привет из Коста-Рики. Увидимся на краю света.